Добрый день. Меня зовут Кирилл Соболев. Я живу в Сан-Франциско больше 30 лет. У меня своя лимузинная экскурсионная компания. Мы делаем экскурсии по городу. Мы делаем экскурсии в винные долины Напа и Сонома. Мы делаем экскурсии в Мюрский лес и Сосолита, экскурсии по Кремниевой долине. Сейчас коронавирус, карантин. Вот смотрите, все люди ходят в масках. Не все, но многие. Вышел указ позавчера, чтобы с 22 числа нельзя было выходить из дома без масок. Теперь осталось только найти, где они продаются, и научиться их носить. Сегодня, кстати, пасхальное воскресенье. Христос воскресе. Всем доброго здоровья, берегите себя. И слушайте мои экскурсии. Я постараюсь рассказать о том, чем я занимаюсь. Постараюсь выложить мои экскурсии онлайн. И я начинаю мою сегодняшнюю экскурсию. Эта экскурсия будет по городу Сан-Франциско. С того места, которое я очень люблю, потому что оно находится на берегу Тихого океана. И здесь очень удобно парковаться, здесь практически не бывает туристов. Когда я привожу группу людей, вожу группу людей по городу на автобусе или на моем навигаторе, я их привожу в это место, и для них это сюрприз, потому что они слышали о том, что есть Fisherman's Wharf, есть Даунтаун, есть небоскребы. Есть мост Золотые Ворота, но они никогда не слышали об этом парке, который называется Сутра Парк. Это крайняя западная точка города Сан-Франциско. И был основан 24-м мэром Сан-Франциско, который жил в конце 19 века. Его звали Адольф Сутра. Родители Адольфа Сутра переехали в Америку из Германии. Тогда это называлось Пруссией, в середине 19 века. Адольф Сутра разбогател на серебряных приисках в Неваде, приехал в Сан-Франциско в 80-х годах 19 века и избрался в мэры. После этого он купил вот это вот поместье на западной части города Сан-Франциско, на мысе на берегу Тихого океана, и построил здесь потрясающе красивый парк. Вот перед входом до сих пор дожили до наших дней две статуи львов. Кроме того, здесь находилось 200 мраморных статуй, из которых дожили до нас только две. Вон одна стоит на постаменте. И сейчас мы подойдем к виду Тихий океан. Всего здесь находилось около 5000 различных растений. Вот вы видите пальмы, вы видите розарий. Вот это вот дерево называется араукарий. Сегодня прекрасная погода, температура 17 градусов по Цельсию. Вот сосны, они все немножко наклонены от океана, и за ними вы видите Тихий океан. Видите, гуляют только люди со своими собачками. Видно, что это не туристы, а люди, которые живут здесь, в ближайших районах. Я сам живу здесь недалеко, примерно 20 кварталов отсюда. В Сан-Франциско маленькие кварталы. Вот, и существует предписание от местных властей не пользоваться автомобилем без необходимости. И можно выходить гулять, можно ходить в магазин. Но просьба такая, чтобы это был ближайший магазин к вашему дому. Кроме того, можно гулять по паркам и по пляжам. Поэтому большинство людей, которых вы сейчас здесь видите, это люди, которые живут в непосредственной близости от этого парка. Вот эти вот деревья, это эвкалипты. Эвкалипты были привезены из Австралии в начале 20 века после землетрясения 1906 года. Планировалось использовать их для строительства домов и шпал для железной дороги. А потом, когда их сюда привезли, оказалось, что привезли не тот сорт, который совершенно не предназначен для строительства. Не пригоден для строительства. Поэтому эвкалипты растут по всей Калифорнии. И никто их не использует как строительный материал. Такой вот запах здесь, сильный запах эвкалиптов и океана. Вот смотрите, вид на Тихий океан. И океанский пляж Сан-Франциско. Сан-Франциско Ocean Beach.
несмотря на карантин, достаточно много людей гуляет по пляжу. И вот это вот район города называется Richmond District. Я здесь живу практически все то время, что я живу в Сан-Франциско. Вот тот вот зеленый массив, это парк Золотых Ворот. Вы видите, две мельницы. Две мельницы – это подарок королевы Голландии городу Сан-Франциско. Видите мельницы вот там вот, да? А за Golden Gate парком другой район, который называется Sunset. Вот пляж. Он длину примерно 7 миль или 10 километров. Сан-Франциско – это квадрат со стороной 7 миль. И так вся западная сторона города омывается Тихим океаном. Вот этот вот пляж, вы его видите прекрасно. И перед нами эта дорога, это хайвей номер один. Он еще называется Тихоокеанский фривей или хайвей. Я, честно говоря, не знаю разницы между этими словами. Вот, и по нему можно доехать до Лос-Анджелеса, до Сан-Диего, до мексиканской границы. В общем, он идет вдоль всего побережья Северной Америки. От Панамского канала до Аляски. Слышите волны? Океан. Много серферов сегодня. Сейчас подойду туда, покажу. Вот океан, вон серферы лежат на волнах, ждут ту волну, которая им подходит для того, чтобы встать на доске. Вот пока карантин, уже месяц мы не работаем. Я каждый день хожу на океан, провожу здесь полтора часа, гуляю босиком по воде, потом по песку, по холодному песку, по теплому песку, по горячему песку. В общем, вот здесь вот на этом пляже несколько климатических зон. Вот здесь вот горячий песок, рядом с ним теплый песок, рядом с ним холодный песок, а потом уже вода. Вот под нами это легендарный сан-франциский ресторан, который называется Cliff House. Оригинальное здание тоже было построено Адольфом Сутро в конце 19 века. С тех пор ресторан много раз перестраивался. Но название всегда оставалось тем же самым. Cliff House – это западная точка Сан-Франциско, крайняя западная точка Сан-Франциско. И рядом с ним Seal Rocks, на котором находится колония птиц. Когда-то в прошлом веке я праздновал здесь свое 20-летие, когда я только приехал в Сан-Франциско. Было это давно. И вот там вот на линии горизонта вы видите Фаралоновы острова. Я не знаю, видите вы их или нет. Это скалы в океане. И туда делаются экскурсии на китов. И там также находится научно-исследовательский центр по исследованию птиц и морских животных. А вот там вот мыс Рейс и пляж Стинсон, на котором снимался легендарный культовый фильм «Основной инстинкт». Вот еще остатки развалин замка с этой стороны. И сейчас мы подойдем на ту сторону этой улицы, которая называется Point Lobos. Вот из машины я сейчас снимаю угол 48-й авеню и Point Lobos.
западная точка Сан-Франциско. С левой стороны парк Сутра. Вот две статуи со львами, о которых я говорил. И с правой стороны другой парк, который называется Линкольн Парк. И все эти парки, это все часть Golden Gate National Recreation Area, часть национального парка, который называется Золотые Ворота. А перед нами Тихий океан. Парковка закрыта. Я хочу показать вам еще одну достопримечательность. Это купальни или бани, которые тоже были основаны в конце 19 века Адольфом Сутра. К сожалению, они тоже не сохранились до наших дней. Они были уничтожены пожаром в 1966 году. Но по тем временам это был крупнейший аквапарк, то, что сейчас называется аквапарком, в мире. Там был бассейн с соленой океанской водой и бассейн с пресной водой. И я обязательно потом покажу открытки, на которых видно, как он выглядел внутри и снаружи. А сейчас я вот подойду к этому обрыву. Здесь нельзя парковаться, поэтому я буквально на пару секунд выйду из машины. Вот ресторан Клипхаус. Эти все в масках ходят. И вот это вот там вот внизу, это то, что осталось от Sutro Bath House. Купальни или бани, или, как сейчас модно говорить, аквапарк. И после этого я буду делать экскурсию, вот там вот начинается Sea Cliff Trail, или по-русски как бы это перевести, тропа здоровья по берегу океана, которая приведет нас отсюда к району Сиклиф. Это один из самых дорогих районов мира, потому что Сан-Франциско один из самых дорогих городов мира, а Сиклиф это один из самых дорогих районов Сан-Франциско. Вы увидите шикарные дома по 50-60 миллионов долларов, вы увидите виллу Робина Вильямса, а по дороге я вам покажу потрясающие виды на Тихий океан, на залив Сан-Франциско, на мост Золотые Ворота, и мы сделаем несколько остановок. Вы увидите памятник крейсеру Сан-Франциско, участвовавшему во Второй мировой войне. Памятник всем тем кораблям, которые разбились в тумане, не смогли войти в бухту Золотые Ворота. И вы увидите крайнюю западную точку света. Они говорят, край света. Вот я опять на океане. Хочу вам показать разные точки. Вот мельница крупным планом. Вот жилой... Тут такой комплекс называется Ла Плая. Ла Плая – это пляж по-испански. И вот там вот на горе Сутра Парк и вот развалины замка. Я только что там был, вот показывал оттуда. Сейчас с этой стороны. И вот видите, как пляж сделан. Здесь вот горячий песок. Несмотря на то, что не жарко. И чем ближе я буду подходить к океану, к воде, тем больше он будет становиться таким твердым. Здесь он такой рассыпчатый. Там он твердый, в какой-то момент становится влажным, а потом мокрым, а потом уже вода. Я люблю пройтись по разным местам, пройтись по мягкому песку, по жесткому, по сухому, по влажному, а потом по воде. Каждый раз работают другие группы мышц. Я опять на океане. Вчера я показывал на телебашню, ее было не видно вам. Сейчас должно быть видно. Вот эта башня называется Twin Peaks. Там самая высокая точка города и смотровая площадка. Мы обязательно туда с вами поднимемся, но не сегодня. А сегодня, сейчас я по-прежнему на пляже, гуляю, заряжаюсь позитивной энергией. И вот я заметил, что в небе летит самолет. Вот он взлетел из аэропорта Сан-Франциско, сейчас будет пролетать над нами, надо мной, простите. И я попытаюсь определить, куда он летит, потому что многие люди задают вопрос, летают ли вообще самолеты и сколько их летает каждый день. Давайте смотреть, что за самолет. Ну, по расцветке я вижу такие полосы на хвосте. Я утверждаю, что это
Это British Airways, он летит в Лондон. То есть из Лондона можно прилететь в Сан-Франциско, из Сан-Франциско можно прилететь в Лондон. Даже сейчас во время карантина. Спасатели на водах. Вот мельница опять. И вот опять океан. Не опять, а все еще. Какие красивые. Обратите внимание, что они профессиональные серфингисты. Спасают в основном таких же серфингистов, как и они сами. Вот еще немножко Сан-Франциско, Тихоокеанский пляж и Great Highway, дорога номер один, Тихоокеанский фривей. Садится солнце, количество людей на пляже постепенно уменьшается. Вот, видите, люди в масках. Вообще вчера было постановление мэра о том, чтобы все выходили из дома только в масках, и штрафовать за это начнут 22 числа. То есть у нас еще есть несколько дней, чтобы найти эти маски и научиться их носить.